Bună seara, moldoveni! La mai mult și la mai mare! Făcută de zi! Badr Hari se odihnește! Мы находимся на Кей-Кей. Крестьянчик, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, расскажи, ты готов? Да, я готов на все 100. И я готовился к этому 2 месяца. Я покажу очень хороший бой. Да, какие у тебя ощущения? Даже не здоровается, блин. Ты просто стал постарше, я уже думаю, ты вырос. Как ощущения? Нормально все. Ты готов? Конечно. Я за тебя. Ну же, расскажи, что ты чувствуешь. Страх есть, друзья мокрые. Да нет. Все нормально. Точно. Настрой боевой. Ультрабойвой. Это и бинет. Настрой. Вот судя про ченти. Шберем с киевы формации. Мы лучше, Молдова лучше. Давай. Что чувствуешь? Все нормально, готов. В этих боях. Что? Нет. Один за всех! И все за одного! Sunt munca mea făcută zi de zi și mă buc. Îmi dorim foarte mult asta, să-mi fac cadou la a mea 23 de ani, să-mi vin cu o piramidă și asta am făcut cu orice scop. Noi ca părinți am simțit și am văzut și s-a demonstrat pregătirea lui de mulți ani, la care el a vrut acest succes. A fost susținut de prieteni, de colegi, de noi ca părinți. Hai, hai. Bucurie. Mulțumesc. Hai să sunem, bun? Mamano. Pozdravstvo, Domnul și mai departe. Succes. Noi ne mândrim cu tine. Doamne ajută, am învins-o. Если честно, нет. Умер, дыхалка умерла вообще. Ошибки свои увидел? Конечно, увидел ошибки. Чуть и Амиши Толяк в высокомерном бою-то. Бомбинит, косвак, нокаут, каждая трехута, собринит. Ноги арк помрут. Ну ты уже, думаю, будешь работать над этим? Конечно, чтобы потом много, этого много, не было. Много буду работать.
уже не видно. Красавец, молодец. Сам не ждал. Что, там говорили, что тебя вырубят, но что-то наоборот получилось. Я скажу так, много героев есть на словах, но к этим героям найдется всегда супергерой. Так что сегодня мы доказали, кто лучше. Având în vedere că am doar 90 kg, degeaba s-au lăudat cu nivelul lui de kickbox, mai are mult din învățat. Ничья. Бой тяжелый. Видно, что боец опытный. Плюс он был выше меня ростом. Но ничья. Можно сказать, что можно будет в следующий раз доработать, сделать еще типа матч-реванш. И думаю, что у меня получится вырвать победу. Снова уходит на безопасность. Попадает навстречу хорошо Кирлик и решает идти на добивание. Еще раз поздравляем Степана Кёрлига. Я просто пацан девчил, если у них татуар стандарт, не рогрелся мы помолодец.
Павел Журавлев. Победа нокаутом в третьем раунде. Поздравляем. Бонасер, молдавиан. Комментарий. Ну, я очень доволен своим боем, в принципе. Сегодня я показал только процентов 50, то, что я могу. Но вы сейчас видели. Я вам хочу сказать, что нокаутировать Фредди Майя – это очень нелегкая задача. Он очень опытный, очень с хорошей силой воли. И, как видели, он сдаваться не собирался. Хотя я понимал, что я выиграю с первого раунда. Мы выступили в спектакуласе, после инфринджер, беруинце, утатори ноштри молдовень. Степан Карлигал ведемен пирамиды в ноябре, Станислав Реницы ари дрепту для черри лупту пентурчен турен шайзер чинч. Супер, из Букурос. Букурос пентру Павел Журавлев, сарентор сашаку по старе в лупте. Я вам консидерат антодиауна, шакум успун дискит, шереспекатка Павел и лутатору номер 1 в луме. Бадр Харрис, я у них нечто, я его промешиваю.